Чего? Хера не слышит. Скажи, зовут тебя. Паша. Паша, короче. Да, может, я записал. Все, давай. Все. Полетел, да? Да, полетел, руки разжимаешь, поручень с собой не утаскивай и вперед. Какой поручень? Ну вот, ты его не унесешь. Фух ты. Да. Что-то аж ноги дрожат. Фух, лететь будет веревка. Рука моя где? Рука над веревкой. Да. Здесь. Расправляешь и вот так вот. В смысле, руку расправлю, рука... Вот так расправляешь, вот так. А эта штука никак не поменяет. Она у тебя под рукой вот здесь проходит. Потом тебя разворачивает, и ты можешь уже куда-то. Куда мне разворачивает? Короче... Ну, внизу тебя развернет же, вверх лицом. Подхват у тебя будет, ага. Тебя развернет. Вот. Короче, руку... Руки как самолет, да? Вот так сейчас ставлю. Да. На дверь. Твою мать. Да не думай ты о ней. Да, чуть не думал, что я здесь буду тормозить. Ух. Че, может, я подсчет? Не-не. Разгонишься. Короче, вот так, да, падаю? Да. Вот, вот, прыгай. Фух. Твою мать, надо решиться. Слышь, что-то я не особо горю желанием туда. Так. Да, горло-то пересохло. Воды нет, по-моему. Ладно, что, я зря пришел, что ли? Сфоткаться бы здесь. Да дня. Я еще минуту, потом переладишь обратно. Все, короче, я полетел. Вау! Вау! Вот так вот! Вот так вот, ребята! Твою мать! Я чуть не задохнулся. Твою мать! Смотри на меня. Вот. Что-то я улетел. Стой.